фестиваль здорового образа жизни «Крещенские купания». Ура! Ура! Я предоставляю слово дома главному нашему хозяину соревнований «Крещенские купания», начиная с 2010 года. Начальнику Минской городской организации «Освод» Федору Ивановичу Люковичу. Ура! Давайте громче, чтобы ребята были. Разрешите вам поздравить вас. И дальше по программе соревнований. К сожалению, у нас сегодня одна палатка, вторая маленькая вышла из строя. Она совершенно перегорожена. Сколько? 25? 25 метров. Добровольный стиль. Сама Елена, первая дорожка. Добровольская Ангелина, вторая дорожка. Сара Анна, третья дорожка. Анна. Много ли пойдут? Я не отсюда. Анна Сары, третья дорожка. Красно. Анна Вольмас. Война. Елена первая. Внимание, посмотрите на дорожку. Первая дорожка Елена. Вторая дорожка добровольная Ангелина. И Анна третья дорожка. Следующий заплыв. Ласкана. Олен, Терещенко Лада, Дегтярева Александра. Ты тоже кохал? Так быстро сделать, они там замерзнут. Готово. Там есть чья. Не все. Одна поздно пришла. Тут тихо не прийти. Он спускается, да? Елена, со мной подготовлены, да? Они первый раз попали. Они в борьбе между собой. Да, между собой. Давай. I'm really proud of myself because it was my first time swimming.
Спасибо.